начнем с того, что мое маленькое путешествие началось очень ранним утром. И с утра я выдвинулся в сторону реки на рыбалку, чтобы порадовать себя и вас уловом очередного трофея. Вот, погода выдалась прям шикарнейшая, солнце яркое, тишина, прям ветра нет. Вот, и на втором или третьем забросе у меня была уверенная поклевка, которую я реализовал. Вот, ну, размер, скажем, так себе. Дорогие друзья, и наша рыбалка подходит к концу, и, так скажем, у нас улов небольшой, так что пару штук больших мы оставим для того, чтобы приготовить, а остальное все отпустим. Итак, дорогие друзья, мы добрались до дома и теперь будем готовить. Для начала, ребята, разожжем мангал. Для этого блюда нам понадобится фольга, рыба, лимон, специи и листья смородины и яблони. Для начала почистим рыбу и промоем. Ну все, ребят, рыбу я почистил, промыл, теперь будем резать лимоны. Нарежем лимоны большими дольками. Нарежем лук. Ну да, рыбки. Теперь, ребята, берем фольгу, раскладываем ее на поднос. О, у меня, как обычно, не получается ее сделать сразу, с первого раза. Выкладываем на поднос, лишнее обрываем, берем нашу рыбку. Выкладываем, берем специи, натрем, так, возьмем соли, посолим, возьмем перца горошек. Немножко. Также вовнутрь. Обязательно лимон и лук. Все это засовываем туда, вовнутрь. От этого просто будет прям очень шикарный сок и рыба с лимоном, это прям что-то с чем-то. Ну и зальем это все лимончиком. Все это заворачиваем. То есть весь сок с рыбы останется внутри, и запах от смородины, это будет прям вообще бомба. Что, Сэмик, тоже хочешь? Сэмик тоже хочет. Теперь возьмем наш маленький сундучок. Скажем, мини-коптильная. То есть у него есть, я сделал отверстие для того, чтобы лишний пар выходил. Вот так вот он выглядит. Он стоит у меня с прошлого года.
Итак, наши угли подходят. Значит, засыпаем всю листву сюда. Распределяем ее ровно по дну. Вот таким вот образом. И теперь выкладываем нашу рыбу. Она помещается сюда очень хорошо. Раз и два. То есть снизу она не пригорит. Все это закрываем. И ставим. Вот сейчас как раз вы можете наблюдать, когда идет этот процесс. То есть там нет огня, там есть пар и большое количество дыма. То есть из-за этого рыба, она будет прям сочная. Не прожаристая, а пропаристая. Дымок перестал идти, так что пришло время доставать. Разворачиваем нашу рыбку. Запах просто огонь. Прям пахнет. Это мы убираем все. Тоже не нужно. Масло не дало ему пригореть. Вот, но поджарился он хорошо. Теперь наша задача аккуратненько его отсюда взять. Вот такой красивенький он у нас получился. Теперь украсим это все петрушкой. Как же без нее? Польем это соусом. Вот такой, ребят, он получился. Запах просто неимоверный. Смотрите, какая красота. Не зря сходил на рыбалку. Ну, ребят, самое время попробовать. Если бы я не знал, что это я готовил, я бы подумал, что принесли с ресторана. Возьмем кусочек его в соус. Просто божественно. Вот лимон. Он дает прям свою вот эту свежесть. А вот этот дым, который был от смородины, он просто дополняет прям неимоверно. Если понравилось видео, поставь лайк, подпишись на канал. И до новых встреч, друзья!